Новый формат обслуживания. Сегодня открылось обновленное отделение Почты России на Красноармейском проспекте в Туле. Подобный проект первый в области. Речь идет не только о покраске стен и новой мебели. Кардинально изменился весь процесс и технология работы с клиентом. Главная задача – уменьшить очереди, повысить качество обслуживания. Не секрет, что тулики часто жалуются на работу почтовых отделений. Одним из средств к достижению задуманного стало увеличение окон обслуживания с 3 до 7, в их числе 2 специальных для выдачи и приема посылок. Обращаться сюда можно будет как минимум еще 2 часа после закрытия отделения. До 10 часов вечера тулики смогут получить свои посылки. Это зона посылочного бизнеса. Это одно из самых сейчас популярных направлений. И почему мы ее выделили в отдельную зону? Она работает 7 дней в неделю до 22 часов, что позволяет нам обслуживать максимально большое количество клиентов. И здесь предусмотрена также зона самообслуживания для клиентов. Вот так сложить. Старые собирательные пакеты. Да. И уже подойти к оператору с отправкой этой коробки, и 3 минуты времени он уже отправил свою посылку.